Здравствуйте, друзья. У меня такой вопрос к нашим, так сказать, приватным зрителям нашего приватного канала. Вопрос этот касается вот этих опенхаузов, потому что мне некоторые люди говорят, что вы показываете какие-то жуткие вещи, типа там вот какой-то дом, там типа сараюшка. Сараюшка стоит там 1,5 миллиона. И покажите что-то, может быть, более разумное. Вы же пугаете людей. Может, у вас так много денег, что вы там уже и как бы считаете это нормальным, вот так. Но люди-то не готовы. Вот. И я подумал, неужели я кого-то пугаю? Я-то имел в виду, ну, просто показать, чего есть. Я расскажу больше того. Я пытался одно время показывать самое доступное из того, что есть. Ну, самое. Его уже близко нет по таким ценам. Вот то, что я там 5 лет назад показывал, оно уже вдвое дороже стоит. Но я пытался показывать. И там люди смотрят и говорят, да что ж такое? Они говорят, там 700 тысяч, а смотреть не на что. Ну, то есть просто... Вот. Больше того, если я показываю что-нибудь там за 5 миллионов, они говорят, да, не всегда. Но говорят, ну да, говорят, ну это вещь, она стоит своих денег, это такое шикарное, такое там с колоннами и все такое. Вот. Я сказал себе, ну хорошо, тогда самый такой вот джанг я не показываю, потому что там земля же дорогая, понимаете. Получается, что если земля стоит там 1,2 миллиона, понимаете, на ней еще стоит дом, его еще снести денег надо. Ну вот оно вместе так и стоит, там 1,2 миллиона, 1,3 миллиона, может быть. И говорят, боже, какие деньги там, что. Ну когда уже 2 миллиона, 3 миллиона, уже там хотя бы хоть какая-то постройка есть более-менее. Поэтому я хочу как бы ваше видение, то есть понять, что вы хотите видеть из недвижимости, если вам интересна недвижимость. Но я вижу, что обсуждения есть какие-то, то есть люди обсуждают что-то. Хотя основной, так сказать, комментарий у нас, когда что-нибудь покажешь там за 2 миллиона, говорят там 300 тысяч больше не дам, там, или больше 300 тысяч оно не стоит. Такие вот сильные комментарии. Не стоит, не стоит, а уходит за 2 миллиона, понимаете, при том, что не стоит. Поэтому... Что показывать-то? Я что, действительно кого-то напугал там? Я, в принципе, стараюсь показывать недорогое жилье. То есть, вот, скажем, мы когда были во Флориде, я показывал квартиру там за 100 тысяч. Я показывал дома новые. Вот мы с Наташей Квик там хотели поболтать где-то. И она говорит, пойдем тут где-нибудь, новое комьюнити есть, там поболтаем там где-нибудь. Вот, и мы поехали, я там за 230 тысяч показывал совершенно новые дома. И они не маленькие, такие вполне ничего. Там до пляжа 15 минут. Понимаете? На машине. 15 минут. И то есть я стараюсь показывать доступно. Я показывал в часе там, ну не час, может быть, час 15 езды. Вот мы ехали ночью, возвращались без трафика. Вот мы за час 15 доехали оттуда. Город Брентвуд, город Окли. Мы там показывали совершенно новые застройки. Там 500-600 тысяч. Ну, хорошо, ну, конечно, здесь такой, может быть, там 3-4 миллиона бы стоил. Просто за землю, понимаете? Вот, и я стараюсь показывать подешевле, поразумнее, как бы, ну, так, чтобы можно было представить себя в этом жилище. Человека, который говорит, ну, вот я там продал, что у меня было. Вот у меня есть там 30 тысяч. Ну, пожалуйста, если у тебя есть 30 тысяч, ты можешь купить там что-то за 150, например, где-нибудь во Флориде. А в Сакраменто можешь купить за те же 150. Вот, ну, в смысле, down payment дашь там 20%, и живи на здоровье. Вот, поэтому хотелось бы услышать от людей, которые понимают, как бы, о чем наш канал, может быть, как-то точнее меня сориентировать. Потому что я почему подумал, надо задать этот вопрос, потому что я еду, сегодня суббота. Что-то у меня в голове глюк какой-то произошел. Знаете, я думал, что у меня сегодня со Светланой Каф стрим, а он, оказывается, завтра. И я сижу тут, все приготовил, настроил. Что-то нет никого. Я Светлане звоню, говорю, так а где же? Она говорит, так завтра же. Я думаю, ой, ё-моё. Ну ладно, завтра так завтра. А я в видео-то написал, что в воскресенье, а в стриме вчера сказал, что в субботу. Ну, в общем, замотался, друзья, замотался. Вот, и я еду, и смотрю со всех сторон, суббота, со всех сторон эти знаки, и я уже не знаю, зайти, не зайти, показать, не показать, скажут, что там кошмар какой-то,
антиамериканский сюжет. Может быть, так даже вот меня сейчас обвиняют в антиамериканском. Вот. Не понимают люди. Ну хорошо, ладно. Но знаете, что интересно? Светлана Каф я сегодня не встретил, поскольку это не сегодня будет, а завтра. Но я залез в почтовый ящик и вытащил оттуда две грин-карты и два номера социального страхования. Вот такая интересная история. Посмотрите там сзади за мной. Я не знаю, вам видно, нет? Вот там сзади идет такая балда гугловская, которая самоуправляющийся автомобиль. Да, ну ладно. Вот их тут много со всех сторон уже. Уже в выходные, друзья, от них покоя нет. Ладно, все, счастливо и до следующих встреч. Я могу еще там кое-что рассказать, но так уже отдельно. Счастливо.